Оксан, ау. Слушай, а правда говорят, что зайцы самые глупые животные? Да, конечно, правда, зайчик мой. Я что ли глупое животное? Нет, ты просто зайчик мой. А-а-а. Любименький. М-м-м. О, молодой человек. Че тебе? А не хотели бы познакомиться с интересной молодой девушкой? Да иди ты нафиг. В смысле нафиг? Кто тебя так вообще научил разговаривать-то? Жена моя. А, жена. Да пошла нафиг. Ой, такой красавчик. Ну как зовут этого красавчика? Геннадий. Геннадий? Угу. Я вообще-то про собаку. А собаку Юшечка. Юшечка. А что с ней? Сдохла. Юшечка. Нет, живая. Ген, слушай, а мы куда на майские праздники с тобой поедем? А давай поедем к твоей маме. О, здорово, круто. А на Новый год тогда куда поедем? А на Новый год я приеду и заберу тебя обратно домой. В смысле обратно домой? Ну тебе же нравится у мамы гостить. Тем более ты не работаешь. Отдохнешь там.